Первыми были готовы к выписке молодая мама Светлана Коркина с дочуркой. Их уже с утра ждал счастливый отец. Дорогие родители, вот сегодня вы забираете своего ребенка из нашего родильного дома. Очень символичный день, потому что сегодня новый праздник, который отмечается в нашей стране несколько лет, но он уже полюбился всеми. Это праздник Петра, святых Петра и Февронии. Праздник любви, семьи и верности. Наверное, лучшей даты не сыскать. Институт семьи сегодня должен приобрести совершенно другое значение. Это второй ребенок в их молодой семье. Но, как говорится, на достигнутом супруги не собираются останавливаться. Полной семьей считают ту, в которой трое детей. А вот вторая пара ждала первенца долго. Родился сын. Их счастью в этот момент, кажется, нет предела. Желаю всем семьям любви, мудрости, ну и взаимного понимания. А самое главное, здоровых детей, веселых, здоровых. Юлию Малякину встречала вся семья, муж и две дочки. Родился мальчик, которому уже придумали имя Себастьян. У нас пополнение. Замечательно. Вы знаете, у вас сегодня необычный день. Знаете, какой сегодня праздник? День семьи. Правильно. Сегодня день семьи, любви и верности. И вот в этот знаменательный день вы как раз забираете своего ребенка. В этот день выписывались 4 мальчика и 2 девочки. И этот день, конечно же, останется в памяти всех родителей, бабушек и дедушек, как двойной праздник. Любви, здоровья, всего самого хорошего. Ну, собственно, так же поддержу супругу. А детей? Детей побольше. Побольше. Да? Мальчиков. Всего в анапском роддоме с начала года за 6 месяцев появилось на свет 1145 малышей. Лариса Басова, Роман Карпов, Анапа регион.